был когда-то, выступал. Чем я хотел вам сегодня рассказать, это про Amazon. Может быть, кто-нибудь слышал вообще, что такое Amazon, как это работает и вообще, что это такое, зачем это надо? Кто-нибудь слышал такое? Да. Про Amazon, да, мы там покупаем вещи. Да, клево, хорошее замечание. Там, где покупают вещи, называется Amazon Retail. Вот. Ну, в общем-то, приступим. Значит, что такое Amazon? Это, соответственно, такая система Cloud Computing Service, вот, который был создан где-то еще вот в 2006 году. Там, я не помню эту точную фамилию этого человека, потому что там парочку ребят. Вот. Они решили, что было бы классно сделать какую-нибудь такую вещь, чтобы можно было, да, давать людям пользоваться какими-то своими вычислительными мощностями, я имею в виду там какими-то компьютерами в данном случае, например, да, удаленно. И идея была все это дело организовать так, чтобы можно через, скажем, REST, там какой-нибудь SOAP, может быть, там, я не знаю, еще там, через сокеты, ну, в основном через REST. Они хотели, чтобы можно было пользоваться какими-то услугами, да, через REST. Посылаешь какие-то пост-запросы, и там что-то происходит. Вот. И это все появилось так на бумажке, сказали, слушай, было бы клево сделать что-то подобное. Вот. И они, соответственно, рисовали на бумажке, предложили это своему высшему, более, так сказать, начальству, и появилась эта затея в продакшене, ну, в продакшене это в кавычках, потому что первые приложения, которые были поняты в Amazon Web Services, были Enterprise, то есть они были внутренние. Ну, это своего рода первое, что типа бета-тестирование, то есть для внутреннего пользования, давайте проверим, как это работает, вообще работает ли, ну, а потом будем двигаться дальше. Это был такой краткий экскурс в истории. То есть где-то 2006 года, это вроде как официально, да? Неофициально они еще раньше появились, там вроде как 2001. Официально они заявляют, что это был 2006. Вот. На данный момент у Amazon Web Services, да, у них есть уже более чем 1,4 миллиона серверов. Я бы еще хотел, чтобы все точно понимали разницу и вообще вот просто запомнили, что тот Amazon, на котором мы что-то покупаем, и Amazon AWS – это разные вещи. Вот. Потому что тот Amazon, на котором мы что-то покупаем, это Amazon Retail, они занимаются продажей, они занимаются, ну, в общем, это шопинг и все вот это вот, все, что с этим связано. А AWS – это Amazon Web Service, это различные услуги по хостингу, обслуживанию серверов, там вообще любые манипуляции, которые связаны с этим. Вот. У них на данный момент около 1,4 миллиона серверов. По официальным заявкам около 11 географических регионов. Вот. Что значит такое регионы? Это в различных странах полностью независимые ни по питанию, ни по сети, отдельные так званые фермы, в которых стоят какие-то сервера. Вот. И, собственно, эти сервера разделены на 11 географических зон по некоторым причинам. Во-первых, понятное дело, чтобы задержку между тобой и, соответственно, твоим дата-центром уменьшить. То есть чем он ближе, тем меньше задержка. Вот. Но когда они делали вот эти 11 регионов, они руководствовались не этим. Главное, чем они руководствовались, это чем более они разделены, чем более они изолированы, тем больше вероятность того, что ваша система не упадет. Да? Что она будет работать, продолжать, все будет классно и все будет отлично. Поэтому если разделить все это дело на 11, да, и разбить это все по миру, то это будет работать очень маленький процент того, что это упадет. Кстати, по поводу availability есть такая характеристика. Вот. Очень много разных есть клауд-провайдеров, и они предоставляют различные цифры по availability. Вот. Availability обычно измеряется в процентах. Вот. И что самое интересное, ну, понятное дело, availability 100% вам никто не даст, потому что это слишком большие риски, во-первых, во-вторых, такого, наверное, невозможно сделать. Никто этого не дает. Вот. Но на самом деле обычно availability, доступность вообще какого-либо там сервиса колеблется обычно где-то от 97-98% до 100%. То есть все вот эти вот все движения, все манипуляции, все происходит где-то в районе вот 2% в конце. Вот так. Вот. И вчера, кстати, наткнулся на такую интересную табличку. Во-первых, почему важна availability? Была такая интересная табличка, я не вставлять, вот, чтобы, ну, там слишком много цифр было, я хотел как можно проще, потому что
Презентация называется Amazon для девелоперов. Здесь не будет таких вещей, которыми DevOps занимается, потому что Amazon очень серьезная вещь. Вот. Я хотел просто простыми словами рассказать, потому что в последнее время это так летает везде вокруг. Да, Amazon классно, очень клево. Вот. Я хотел, чтобы все понимали, что это такое, и, возможно, даже пользовались. Я потом расскажу, почему им будет пользоваться классно. Вот. Какие преимущества Amazon по их утверждению? Он очень прост в использовании, он легко расширяем, то есть там все так модульно, удобно, красиво сделано, что расширяется очень элементарно. Вот. Тратится, используешь свои деньги только за то, что используешь. Вот. Это немногие клауд-провайдеры могут такую штуку предложить. Обычно ты резервируешь какое-то место в какой-то абстрактной ферме, так сказать, где находятся сервера, и все. То есть неважно, ты платишь, собственно говоря, больше даже не за работу, в большинстве случаев, а за то, что ты зарезервировал какие-то их вычислительные мощности. Это значит, что даже если они у тебя будут поспаивать, да, ты ими не будешь пользоваться, ты за них должен платить, потому что даже несмотря на то, что ты ими не пользуешься, потенциально компания, которая дала тебе в аренду какие-то там пару серверов, она уже теряет деньги. То есть ты ими не пользуешься, и они ими не пользуются. Соответственно, кто-то должен за это платить. Amazon утверждают, что они берут деньги чуть ли не только за энергию, которую потребляют их сервера. Вот. Ну, там, в принципе, получаются интересные такие цифры. Получаются очень интересные цифры. Вот это уходим в шестую. У нас здесь вроде как митинг. 12:30. Вот. Они утверждают, что чуть ли мы не платим только за то, что используем, какую часть энергии мы используем. Вот. И по поводу scalability, performance, тут тоже понятно, из-за того, что это все flexible, очень просто все расширяется, убирается, дополняется, заменяется, удаляется. Там вообще можно много-много-много слов говорить. И вот последний был очень клевый пункт. Я, честно говоря, не знаю, это баг или нет. Вот. Я вчера так... Да и позавчера я пересматривал. У них написано, это по их официальной заявке, у них среди этих всех свойств указано там, да, easy to use, flexible, а потом в конце написано secure и точка стоит. Вот. Это такое, знаешь, как будто сказано, типа, security, точка. Все, типа, никаких больше вопросов, ничего не надо. Это secure и точка, вот и все. Ну, у них очень много, что касается security, это уже, скажем так, огромный показатель будет то, что у Амазона, например, есть 11 регионов, но не все 11 регионов доступны для простых людей. Например, насколько я знаю, один из регионов доступен только в Штатах и только для правительства. Вот. То есть они, собственно говоря, скажем так, подтвердили свою репутацию перед правительством, да, и они, в общем-то, правительство им доверяет. Плюс на самом сайте AWS можно найти кучу всяких compliance сертификаций по security, по разным там, не знаю, медицинским штукам, в общем, можно не бояться, можно положить данные, но, соответственно, надо сначала все это дело проработать, продумать всю эту систему, структуру, и тогда все это дело можно туда отправлять. Кастомеры, их около 500, там даже чуть больше. Большая часть, кстати, из них enterprise. То, что я искал. Я на самом деле пролистал даже не весь список. Я нашел, дошел, наверное, до буквы, я не помню, L или меньше. Вот, потому что там целая куча всяких. Есть такие вещи, которые я знаю, я боюсь, что могут других не знать. Я попытался найти самые такие известные, которые здесь есть. Ну и, честно говоря, я считаю, что если даже банан вышел в Amazon, то всем стоит туда идти. Потому что если бананы в Амазоне, то это... А мы до сих пор нет, да, с каким-то серьезным. Вот. Еще у меня такая была интересная, она была больше к предыдущим докладам. Очень интересный такой экскурс. Amazon существует официально с 2006 года, это около сейчас, да, получается, 9 лет. Вот. И за все это время они зафиксировали около 4 падений, больших падений их серверов. И то они не говорят, что падение было всех серверов, потому что там около, ну, пускай раньше было не 11 географических зон, там было меньше, но тем не менее, это не означало, что все сервера упали. Упала какая-то часть. И, ну, какая-то значительная, скажем, 30%, 40%. Но все эти падения обычно были связаны, если тут выписал там, например, 2011 год, ломали жесткие диски. Ну, это там реально заклинило что-то, там произошла какая-то серьезная хардварная проблема. Просто заклинило диски. Там, в 2012 году, ну, сорян, они не смогли все-таки устоять, был ураган. Вот, и сервера перестали работать.
Ураган был там длиной, по-моему, 600 миль, по-моему, он там был просто гигантский ураган. Вот. Потом у них еще была обожжена такая интересная, когда проблема была с баг в операционной системе, там была такая штука. Я не могу сказать, какой, но бага была, вот, из-за этого очень много серверов пало. Просто интересно так, что из-за какой-то маленькой баги в операционке может, люди могут терять кучу-кучу денег. Вот, и еще, что у них еще? А, еще у них была четвертая зафиксированная проблема, это было связано с лоад-балансером, да, он там немножко... чуть-чуть не так балансил, как положено. И вследствие этого там одни сервера, можно сказать, проставили, а вторые там загибались, умирали и задымились. Вот. То есть всего лишь реально только 4. И то, если все вы правильно построили, да, все ваши сервера не находятся в одном месте. Максим, у тебя звук пропал. Может, Максим пропал? В смысле? Ну вот последние 2-3 секунды мы тебя не слышали. А сейчас? Хорошо слышно. Успех. Сейчас буду так прямо говорить с него. Так, сейчас слышите, да? Да. Да, да, слышим. Вот. На этом слайде хотел бы показать вам вот те регионы, о которых я рассказывал, что оно такое вообще, как это вообще выглядит реально. Если я там хочу где-нибудь... развернуть свой сервер, ну, чтобы посмотреть, где он будет находиться, там, как он будет коммуницировать с другими. Да. Есть такое понятие у них как регионы, да, есть у них понятие как availability зоны, есть еще такое, часто его тоже выносят в отдельный пункт, но можно было бы даже о нем рассказать, edge локации так званые. Вот. Что такое регионы? Регионы – это, я уже говорил, изолированные полностью друг от друга серверные стойки, ну, собственно говоря, сами фирмы, они находятся, это большие квадратики, они находятся вот в разных местах, в Штатах, да, например, вот они здесь есть, в Бразилии, да, помню, я же забыл, Бразилия, там где-то, по-моему, если не ошибаюсь, Франкфурт, вот, Китай, я помню, по-моему, еще в Австралии было, я точно не помню, ну, вроде бы. На самом деле можно посмотреть, что где-то они как бы так равномерно по земному шару, ну, исключая, конечно, вот этот континент страны. Вот, исключая его, вот, ну, где-то еще вот здесь, например, можно было бы считать, что они реально равномерны. Ну, я так понимаю, что там побоялись они ставить какие-то серьезные вещи, какие-то сервера. Вот. В них есть вот эти вот availability зоны. Это тоже availability зоны, это самое интересное, что это может быть даже одна ферма какая-то или один, одно здание, в котором находятся сервера, но подключено, да, к разным сетям. Они могут находиться в одном месте, но подключены к разным источникам питания и к разным сетям. Зачем это сделано? Потому что если свалится сеть или если свалится, там, например, электричество, да, перестанет работать, то перестанет работать все. Так мы как бы понижаем процент или вероятность этого в два раза. Вот. На самом деле, как ни странно, одна из самых частых проблем или вообще почему валятся сервера и почему они могут валиться, это, как правило, больше, по большей части электричество. Потому что надо сделать так, чтобы электричество шло постоянно. Честно говоря, кажется, наверное, большинству людей, что это какая-то фигня, такое быть не может. У меня есть небольшой опыт работы в телекоммуникационной компании, но там были не сервера, там были базовые станции. Вот, это был лайф. Я работал вот в лайфе, там, обслуживание, ремонт базовых станций. И, честно говоря, наверное, 80% нерабочей сети, когда вы, наверное, ну, кто пользуется лайфом, когда вы жалуетесь, например, что у меня там не работает или что-то не так, скорее всего, по большей части, это просто потому, что выключилось электричество в той или иной базовой станции. Вот. Понятно, безусловно, у всех есть аккумуляторы, все вот это вот дело, но со временем это садится и, ну, в общем, надолго не хватит. Поэтому вот очень важный момент организовать все это дело, все электричество, все, ну, все это дело правильно. Окей, это что касалось регионов. Есть еще такое понятие, как edge location. Ну, в принципе, кстати, нам, как веб-ящикам, это тоже интересно. Это CloudFront, Amazon CloudFront. С помощью него можно... По-моему, CloudFront или Elastic Cache? Нет, CloudFront, да, CDN, точно. Вот. CDN — это Content Delivery Network, это наши вот эти вот... Тогда, когда мы не хардкодим в HTML не какие-нибудь, загрузить JavaScript с нашей страницы, там, jQuery, например, а мы говорим, загрузить JavaScript с какого-то там CDN, и все. И ты, когда идешь на этот CDN, CDN сам решает, к какому там, да, к какому из их серверов ты ближе, с тобой возьмем. Ну, соответственно, скорость загрузки может значительно увеличиться. И можно здесь увидеть, что вот эти вот edge локации, где их CDN может находиться, да, где можно разбросать свои какие-то там
свои статические данные, он очень большой. Соответственно, когда мы будем находиться где-нибудь здесь, да, мы запросим какие-то наши данные, они пойдут отсюда. Они не пойдут отсюда, потому что это бессмысленно. Если мы будем находиться где-то здесь, да, то данные, я не знаю, пойдут, наверное, ну, в какой-то из ближайших, она решит. То есть они не пойдут отсюда. Соответственно, в принципе, можно гарантировать, что всегда будут грузиться самые ближайшие данные. Не так, как если ты просто один сервер поднимешь, да, и будешь с него постоянно загружать. Вот, соответственно, видно, что ребята проделали серьезную работу, размазали свои сервера так хорошо по карте, те 1,5 миллиона серверов, о которых я говорил. Окей, идем дальше. Они арендуют. А, они решили, что так проще, вот, часть из них это арендованы с этой площадкой. Даже лучше, наверное. Да, ну, да, да. Ну, на самом деле, для этого CloudFront не так уж много надо мощностей, там оно очень такое слабенькое. Да. Вот, самое важное, самое интересное, в общем-то, с этого все началось, и, наверное, это одна из таких важных вещей, чего вообще люди двигаются в эту сторону, это EC2. Вот, я даже синеньким отметил, для меня было даже немножко новостью, я наконец-то узнал, как оно называется, потому что E и 2C, понял? Вот, EC2, вот. Ничего особенного, я и так раньше, ну, для меня это было небольшим открытием. Хотел бы рассказать просто в двух словах, что это такое, вот, чтобы всем было понятно. Есть какие-то вот эти вот реки, да, стойки, ну, хоть на картинках, но видели все, не знаю, вживую, может, кто видел, не видел. Вот, есть такие картинки, есть вот эти вот реки. Не всем понятно вообще, блин, чем эти реки занимаются, почему они так важны, почему эти ресурсы. Стоимость этих реков может там составлять там несколько сотен тысяч долларов, там, они могут собираться из таких дорожайших деталей, что, ну, короче, и непонятно, что за фигня. Такой холодильник, а стоит, блин, 1500 или 600, что за дела. На самом деле, если по-простому, это просто вот целая куча вот таких вот обычных системников, так сказать, да. Просто что с ними сделали? Взяли, убрали корпус, взяли немножко все это дело, оптимизировали, да, как-то уменьшили намного. И все это дело, там, скажем, на одну плату запилили и поставили все это в рэк. Плюс у него там какое-то свое питание хорошее, ну, лучше, понятное дело, более там устойчивый, стабилизатор, еще что-нибудь сделано. Вот, по-простому, да. И понятное дело, что у него там нет никаких ни мышек, ни мониторов, никаких ни клавиатур. Все. Это чистый системник, да, огромный, мощный и дорогой, кстати. Вот это простыми словами, что такое вообще этот Elastic Compute Cloud. Что по стоимости, да? Что мы будем платить, если будем ими пользоваться? Ну, соответственно, как вы понимаете, в одной этой стойке может быть, скажем, ну, нельзя точно сказать сколько, да, надо там разделять по зависимости от мощностей, которые вы собираетесь выделить. Там используется так званая виртуализация. Вот, если вы там решите там по каким-то там равным, скажем, мы выделяем на один сервер там пару процессоров и пару гигов оператива. Можно поделить общую, сколько там может эта стойка делать, можно поделить на эти цифры и получим где-то приблизительное количество серверов виртуальных, которые можем поднять. Вот, за каждый этот виртуальный сервер, да, мы платим. Как Amazon делает? Они берут деньги за использование своего инстанса за час. Из интересного, они берут не за минуту, да, а за час. То есть используешь ты сервер минуту, две, 58 минут, они возьмут за час. Есть у них несколько разных подходов, как они все эти сервера, ну, скажем так, кастомизируют. Вот, у них там есть несколько раз. Есть просто обычный, да, general, просто для обычных, вот, для обычного пользователя, да. Есть у них разные операционные системы. В основном, если туда вглубь посмотреть, это все-таки Linux и Windows. Там есть разные еще Red Hat, есть, ну, в общем, очень много. Я их просто по Linux все положу. Вот, для обычного пользования, да, вот просто под Windows, да, это будет стоить от одного, там, ну, грубо говоря, от 2 центов в час, да, до 1 доллара в час. Там цена будет колебаться от количества процессоров и от количества оператива. Плюс еще, по-моему, там винты. До каких-то там начальная стоимость идет, ну, и попроще, там идет магнитный накопитель, да, потом уже SSD-шка. Вот, есть такие, которые оптимизированы для вычислений, в них больше процессоров, эти оптимизированы больше под оперативу, эти оптимизированы больше под сохранение данных, эти под вычисления. Да, здесь именно четко равно. Здесь только... Вот, можно, в принципе, посмотреть, да, вот приблизительно, если вы там думаете, то, ну, где-нибудь что-нибудь поднять, да, вот где-то столько вы, например, будете платить, да, вот там Linux, например, вот такая цена. Да. Ну, в принципе, для нас, как для каких-нибудь веб-ящиков, да, нашу приложку какую-то поднять, просто
Я вам говорю точно, что вот этого хватит с головой, General Purpose, вот, его хватит, можно даже вот этот, чуть ли не за один цент, он вообще прекрасный. В месяц получается, если будете умножать, где-то 750 часов, и можно попробовать умножить, сколько центов или сколько долларов с вас возьмут за месяц использования таким инстансом. В принципе, видно такая, скажем так, тенденция, что вот эта вот система несколько дороже обходится в обслуживании, вот. Поэтому, в принципе, лучше использовать Linux. И по соображениям цены, ну и вообще, честно говоря, удобнее Linux использовать. Как подключаться к своим инстансам, какие у вас там есть возможности, как вообще его контролировать? Я где-то поднял какой-то комп какой-то, да, он у тебя там где-то висит, что с ним делать, кто его знает. Есть вот тоже, опять же, в зависимости от операционки, есть разные типы подключений. Есть традиционные для людей, для, которые пользовались когда-нибудь Linux, есть SSH. Вот SSH в Винде, я не помню, там не поддерживался, по-моему, можно просто Linux. Есть RDP, это для Windows людей, которые уже привыкли с этим работать, не хотят консоль, хочу все видеть, хочу нажимать, чувствовать, лицезреть. Вот. Для таких людей есть RDP, но они только по Windows работают, понятное дело. И плюс они еще сделали последнее, если ты не знаешь, как настроить этот SSH, как оно вообще работает, то они сделали прям консоль, которая в браузере выскакивает. То есть это браузер вместе с SSH. Ну, понятное дело, Windows как не поддерживал SSH, так и не поддерживает, все как положено. Вот Linux нормально поддерживает. Ну, я, честно говоря, пользовался и тем, но мне как-то, я не знаю, что там, мне уже как-то ближе, я привык к этому, к этой черной консоли, без экрана, без монитора, вообще без ничего. Ну, я думаю, может быть, потом даже посмотрим, как это все выглядит. Значит, немногие клауд вообще провайдеры, да, которые существуют, немногие предлагают free аккаунты. Вот. Обычно все хотят, типа, давай свою кредитку, вводи свой CVV, сейчас мы с тебя начнем снимать деньги. Прям сразу. Даже еще ты не начал пользоваться. Некоторые ребята предлагают бесплатный аккаунт. Вот, например, кстати, Amazon предлагает. Я первый раз попробовал бесплатный аккаунт, наверное, полтора года назад, или, может, даже чуть больше. Вот. На бесплатный аккаунт они дают. Да, использование вот этого вот виртуального компьютера, который где-то там у вас крутится. Там, например, я думаю, в Лезне, Франкфурт. Да, это Европа, это близко. Вот, это не Штаты, задержка будет небольшая. Да, они вам дают 750 часов в месяц использования любого из Linux, Windows, неважно. T2 Micro, если эта цифра или если эта аббревиатура смущает, это где-то, если не ошибаюсь, там, по-моему, 600 мегабайт оперативы, а процессор я не помню какой. По-моему, одно ядро, и одно ядро, по-моему, то ли 3 ГГц, то ли 2,5, они там стандартные у всех. Просто оно одно, типа. Вот. Ну, честно говоря, чтобы поиграться или какую-то свою приложушку запустить, я хочу вам сказать, с головой хватит. Очень классно поиграться. Вот. Он там будет висеть. Можно поднять больше, чем один инстанс, но понятное дело, что сумма часов не должна превышать 750 часов. Я здесь показал, там на самом деле они этот free tier, сейчас они так настолько его раздули, что там на самом деле сервисов, наверное, уже бесплатных есть 20. Вот. Ну, там со своими ограничениями. Я здесь указал 3, которые я считаю, что, наверное, понадобятся всем, скорее всего. Вот, у них еще есть так званый S3, это, почему, кстати, S3, это что-то связано с EC2, только S3, Simple Storage Service, типа S3. Вот, они вам дают, это такая штука, типа Dropbox, скажем так, простыми словами, просто она немножко не в таких стилях, да, и она настроена больше под работу, ну, можно через веб работать, а можно, кстати, через там, есть JavaScript SDK, есть Java SDK, по-моему, есть .NET SDK. И PHP, кстати, SDK. Вот. И можно через вот эти вот все SDK-шки туда что-то сохранять. Да, это просто типа Dropbox, который будет из вашего JavaScript работать. Они дают вам по умолчанию 5 гигов, вот 20 тысяч запросов, да, на GET и 2000 запросов на PUT. Это они имеют в виду Save, Update, по-моему, и Delete. Вот. Поэтому записывать туда можно реже, но читать можно почаще. Вот. И последнее, что вам еще пригодится, это это Elastic Block Storage. Вот, они дают вам возможность подключить к себе около там 30 гигабайт винт, да. В принципе, как вы понимаете, для ваших нужд этого тоже за голову хватит. Честно говоря, вам там хранить нечего, фильмы уже не надо, а код ваш весит метров 3, наверное. Вот, поэтому я думаю, что этого точно хватит. Единственное, что здесь указывается, что это будет этот, не SSD, потому что для SSD надо будет немного заплатить денег. И тем не менее, хочу вам сказать, что даже не SSD работает очень классно. Поэтому, ну, довольно быстро. Проблем с этим
хочу вам сказать, точно не было. Поэтому, собственно говоря, как вы видите, инстанс плюс какой-то типа Dropbox для сохранения каких-нибудь там, не знаю, картинок, скажем, да, каких-нибудь статики, можно там, можно статику хранить. Вот, плюс собственный винт, собственно говоря, это успех, и уже можно какую-то приложуху там хостить, и уже можно давать ссылку там, да, чуваки, смотрите, я сделал, вот ссылка. Вот. Многие могут сказать, что нахрена мне все это надо учить, есть там Node.js, есть какие-нибудь Heroku и все остальное. Ну, мне просто кажется, что Heroku нормальная штука, но просто туда мне не очень нравится то, что как бы я особо не знаю, что там происходит. Вот. Ну, может быть, в принципе, это ихняя именно, скажем так. Да. Идея, честно говоря, на самом деле здесь, я потом хотел показать, есть такой сервис, как Elastic Beanstalk, вот, который можно поднять, и он сделает тебе практически на 101% такой же Heroku. Но на него ты можешь зайти, посмотреть даже, что там происходит. А вообще работает он так же. Ты туда пушишь, он передеплоивает, все так же самое. Но мне этот вариант больше нравится, потому что я как бы смотрю, да, если там что-то не так, я могу как-то зайти поклацать его, мониторинг могу себе там какой-то настроить, еще что-то. Да. Вопрос к тебе. Что будет, если у тебя вот этот бесплатный аккаунт, например, ну ты себе его заводишь, и ты перелимичиваешь? То есть ты, например, делаешь 21 тысячу реквестов. Что в этом случае будет? Они с тебя деньги берут? Да, хочу рассказать тоже на своем собственном опыте. Пользовался одним аккаунтом без... Да, кстати, можно зарегать еще один бесплатный аккаунт, но нужно будет перейти на другую почту, на той же почте не дадут зарегать. Вот, ты регистрируешь, да, тебе дают вот эти вот, вот этот перечень плюшек. Если ты их превышаешь, они начинают брать все деньги по стандартному тарифу. Ну, самый большой счет по неосторожности у меня был, наверное, $15, самый большой, что я... просрал. Не, это... Ну, я понял, я, честно, я понял, почему, потому что я там игрался со всякими скейлами, и оно мне там наскейлило немножко больше, чем я рассчитывал. Поэтому, ну, понятное дело, по неосторожности, я не знал. Еще интересная штука, хотелось бы отметить сразу, что у них все сервисы начинаются почти со слова simple. Вот. Честно говоря, я бы не сказал, что все они simple. Потому что если бы они были simple, тогда бы я мог четко контролировать свои деньги. Потому что иногда бывает такое, что заходишь в этот счет, смотришь, ёпта, откуда эти деньги вообще? Я же ничего не делал. Просто висит инстанс и ничего не делаю. Вот. Поэтому делаю ответ на этот вопрос. Буду снимать деньги по стандартному тарифу. Вот. Сколько это там накапает. Ну, я предлагаю, в принципе, если опыта мало в этом и не знаешь, как бы, за что могу снять, за что не могу снять, я предлагаю время от времени заходить в счет, там, может, раз в неделю или чаще, вот, и смотреть, что там происходит. Может, пора что-то выключить, что-то там уже перебродило, так сказать, и уже придется, блин, за это платить. А есть статистика? Статистика чего? Ну, вот, например, ты можешь посмотреть, там, сколько ты израсходовал? Ну, я вам покажу. Там очень подробная статистика, опять же, статистика, наверное, называется Simple Billing, вот. Но там такая статистика, я вам покажу, там... А? Да, там такое, там, честно говоря, сложно было нам понять. А еще там бывают такие штуки, там неоднозначно. Там количество запросов или кофе, или пакеты, или, короче, часы, и все. И за это $20 все снимают. А чтобы разобраться, за что из этих запятых, непонятно было. Я ответил на вопрос, Дим? Спасибо, да. Идем дальше. Полезные, собственно, ряд сами сервисы. Я не буду, постараюсь вообще о них долго не рассказывать. Их очень много, я думаю, что нам они могут, вам они могут не пригодиться. Я просто хотел, чтобы они их знали, чтобы вдруг там появится какая-то идея, как бы это сделать. А вот в Амазоне есть такая штука. Вот. Собственно говоря, тот же самый Elastic Beanstalk, о котором я говорил, это та штука, которая вам позволяет. Это что-то типа Node.js, да, или того же Heroku, только это можно трогать руками, это, блин, видно, это работает, это клево, это удобно. Я покажу, у меня будет маленькая демо, если у нас будет, я покажу с этот Beanstalk. Autoscaling только раздувается, да, ну, не раздувается, а начинает заполнять весь процессор, да, например. Ты сам потом выставляешь какие требования, но смысл в следующем. Если она начинает уже не справляться со своими обязанностями, этот автоскейлинг сделает тебе еще такой же инстанс с такими же параметрами, с такими же характеристиками, с твоей же приложухой, да? И у тебя уже будет не один инстанс твоей приложухи, а два, или три, или сто. Сколько ты поставишь, столько и будет скейлиться. Вот, Amazon Glacier – это клевая штука для хранения логов, например, или любой информации, которая
не нужно вам ее будет каждый день, каждый раз выковыривать. Да? Ну, то есть это что-то типа архивных логов. На самом деле это что-то похоже на тот S3, о котором я говорил, тот же Dropbox. Но просто забирать данные оттуда нельзя так быстро. Это происходит чуть медленнее. Я так подозреваю, что они делают какую-то либо архивацию какую-то очень мощную, или я даже не знаю. То есть я не знаю, почему они так мало берут за это денег и почему они, собственно, так долго отдают данные, если я хочу их взять. Вот. Simple Email Service – это просто провайдер этих имейлов. Можно какие-то штуки себе настроить, чтобы от приложения приходили какие-то письма. Load Balancer. Я думаю, не надо рассказывать, чем занимается Load Balancer. Соответственно, сочетание аутоскейлинга и Load Balancer – это именно то, что нам надо. Если на нашу приложуху начнет заходить вдруг внезапно больше, чем один человек, два, например, придется срочно делать второй инстанс и балансировать нагрузку между ними. Макс, еще вопрос. А что из этого включено в бесплатные аккаунты? Смотри, есть, скажем так, базовые сервисы, которые, например, EC2. Это прям вот ты создаешь себе, да, какую-то машину, пользуешься ей, вот, и, соответственно, за часы с тебя снимают деньги. Например, Elastic Beanstalk берет деньги за то, что ты пользуешься EC2. Просто это, скажем, небольшая обвертка, которая берет типа следующее. Она берет твою машину, да, ты там все где конфигуришь, вот, она берет твою EC2, она берет туда, ставит весь environment, который ты сказал, ну, я, например, покажу на Node.js, она берет туда, ставит ноду, там NPM, и все вот это вот дело само делает, и все, и оно тебе отдает, типа, якобы готовую EC2, и оно тебе дает точку входа, говорит, сюда, говорит, заливай свою приложуху, и я ее задеплою. Поэтому в этом случае, например, за Elastic Beanstalk они берут за то, что ты делаешь, за то, что ты используешь инстанс, по сути. Вот. Просто они немножко это удобненько сделали. Вот. За автоскейлинг тоже денег не берут, берут только за то, что ты, если ты там наскейлишь десяток инстансов, то, понятное дело, что за каждый час их работы тоже платишь. За Amazon Glacier берут деньги, по-моему, бесплатно, честно говоря, я не помню, по-моему, не дают. Стоимость там на самом деле чуть ли не 1 гигабайта составляет там то ли полцента, там, то ли цент вообще там. Ну, там смешные деньги. Можно хранить чуть ли не терабайтами, на самом деле. Эмейлы дают бесплатно, там, по-моему, 200 эмейлов в день. Load Balancer, тоже не помню. По-моему, Load Balancer тоже за часы будет платиться. Ну, есть там реально ссылка, я не стал все сервисы бесплатные вам выдавать, потому что их там целая куча. Вот. И я, честно говоря, еще сам не всеми ими пользовался, потому что Amazon это еще такой, блин, неизведанный мир. Вот. Есть еще Simple Queue Service. Это что-то типа RabbitMQ, я не знаю, или если кто-то сталкивался. В общем, работа с сообщениями. Очередь, доставка, вот, и вообще все манипуляции, с очередью. Очередь, по-моему, если не ошибаюсь, бесплатная тоже. Там у них идет какое-то, если превышение идет там, я не помню, можем потом посмотреть. Если превышение какого-то количества сообщений, то тогда начнут брать деньги. Вот, Virtual Private Cloud – это система, которая позволяет все это дело где-нибудь… Ну, собственно говоря, из названия все понятно. Виртуальный приватный клауд. Это значит, что этот клауд не будет доступен извне, да? Ну, просто, по сути, это сочетание каких-то характеристик policy, так званых. Да, там, например, с такого-то IP сюда не ходи, с такого-то порта сюда нельзя. И пошло-пошло-поехало. Вот, и если ваша приложуха находится в Virtual Private Cloud, да, то ты все очень четко там, да, понимаешь, что вот сюда мы точно не попадем, все сервера типа от этого защищены, и сюда тоже не зайдут, там, в общем, это больше, скажем так, policy. Virtual Private Cloud точно платный, ни одного бесплатного я не знаю, он сразу берет деньги. Большие, но берет. Вот, EC2 я вам уже рассказывал, собственно, что такое, они берут за час работы. Из интересного еще у них есть прямо готовые инстансы, так званые RDS, это сразу базы данных, можно туда, да, то есть, чтобы ты там не подумал инстанс новой базы, ты говоришь сразу, данных. Он тебе говорит, на, вот сюда иди и создавай свои данные, с этой туда, и можно пользоваться. Вот. Это и последний Simple Notification Service. Это, собственно говоря, SNS, да, нотификации или эти сообщения работают совместно с SQS. Вот. Через вот эти нотификации ставим их в очередь, куда-нибудь идем, там, например, можно настроить. То есть реально их можно прямо вот сейчас мышкой вожу, так их можно связать, да, какая-то там приложуха, да, отправляет какие-то сообщения о том, что там, я не знаю, я не справляюсь, да, эти нотификации идут в эту очередь сразу их пропускают,
их кто-то обрабатывает, скажем, и мы сразу начинаем, там, давай еще пару серверов, например. Это такой дурацкий пример, просто на пальцах. Вот. Это не все сервисы, это я просто сказал, которые, возможно, вам будут полезны. Там еще целая куча разных новых. На презентации Reinvent, у них называется, они говорили, что у них сейчас около 1300 сервисов. Начинали, я не знаю, как их найти, все 1300. Я насчитал где-то штук, наверное, может 40-50. Вот. Но они сообщали, что у них 1300 сервисов на данный момент доступны. Так что интересная штука. Вот, соответственно... Можно у тебя питання? Content Delivery Network Amazon підтримує? CDN, да, это называется CloudFront, вот, о котором я говорил. Там была картинка, там где Edge, ну, там где эти Edge-локации по всему миру размазаны. Вот, у них там не очень дорогая сумма, там за количество реквестов, если не ошибаюсь. Я не могу сказать сценарий, я не все цены знаю, это, блин, нужен специально обученный человек. У них есть, называется CloudFront. Окей. Кто-то есть еще здесь? Да, есть. Да, есть. Коллеги. Макс, если ты говоришь, что тебя мы только что не слышали. А, то такое, то бывает, наверное, сеть пропала на секунду. Сейчас слышите, не? Да. Успел, продолжаем. Вот, я ответил по CloudFront, по CDN. Если что, это называется CloudFront. Просто напишу AWS CloudFront и сразу в Google там первая ссылка будет, прайсинг. И все, они прям все так оптимизировали, типа, что ты даже не искал там, ничего не делал, сразу же было видно. Вот, идем... Идем к интересному, наверное, потому что мы тут так уже это дело рассусолили. Давайте хоть посмотрим, как все это работает. Вот, например, я такой простой экземпл взял. Есть у нас какие-то там пару серверов наших, да, например, пару, с одинаковым приложением. Возможно, даже сейчас каждый найдет где-то в этом свою ситуацию, возможно. Вот, есть какие-то пару серверов, да. Вот, они, понятное дело, должны с какой-то базы данных общаться. Я уже здесь, кстати, пишу... в этих самых, в названиях сервисов, да, есть какие-то две C2, есть какая-то Relation Database сервис, да, вот они как-то там общаются. Для сохранения какой-то статики, да, мы, например, используем S3, да, это тот типа Dropbox и все, ну, типа Dropbox, вот. Дальше среди этих два сервера нужно еще как-то балансировать, да, какой-то у нас есть Load Balancer тоже, Elastic Load Balancer, тот же самый. Вот. И, собственно говоря, через интернет, можно, например, через Virtual Private Cloud все это соединить, ну, такое. Вот, через интернет все это дело деливерится до конечных пользователей. Вот такая простая система, например, если вы хотите в этих сервисах, да, вот так вот она выглядит. Можно ее, конечно, еще усложнить до неузнаваемости, да. Там, например, с вот этим вот аутоскейлингом, есть такие компании, например, я слышал разные там, так называемые success story. Вот. Есть такие компании, которые делают аутоскейлинг, ну, то есть у них это все настолько классно настроено, что, например, аутоскейлинг может проскейлить их приложение, например, до 5000 инстансов, например. То есть вот здесь на вот этом месте будет не два серверочка, а 5000, например. Вот такие дела. И потом какой-то лод-балансер будет балансировать всю нагрузку на 5000 серверов. В общем, ну, короче, очень-очень гибкая система, реально вот. В их рекламе, да, GetStarter, так званая, вот, GetStarter вообще женщина собирала из кубиков какое-то приложение. У меня такое ощущение, что, типа, они намекают, что вообще кто угодно может его собрать, не знаю, женщина, домохозяйка, молдаванин, неважно, типа, кто угодно может стать, да собрать из Амазона какое-то приложение. Пример. И, собственно говоря, я хотел бы вам небольшое демо показать, не знаю, у меня еще как раз чуть времени есть, вообще, как это работает, вообще, как выглядит то, о чем мы только что говорили. Потому что это все такое абстрактное, все такое клевое. Вот я хотел бы вам чуть-чуть об этом показать. Значит, мы такие берем, идем, например, да, на AWS. Ничего необычного, целая куча всего. Из интересного по поводу free аккаунта и регистрации. У них здесь ребята, которые занимаются этим самым.
UX-дизайны, они прямо настолько все проработали, что кнопка «Зарегистрироваться» есть минимум в трех местах на одной странице. Это минимум. Может и в четырех, и в пяти. Вон, например, желтые кнопочки. Полистаем, полистаем, сейчас куда-нибудь еще. Вот еще есть какие-то желтые. То есть ты можешь зарегаться, где бы ты ни находился, в каком состоянии ты не проснулся, везде есть кнопочка, где ты можешь зарегаться, на самом деле. Вот, нам зарегаться, нам регистрироваться не надо, давайте залогинимся. Вот здесь, собственно, и есть. AWS Management Console. О, я залогинил, клево. Нет, не залогинил. Тут у меня уже сколько аккаунтов есть. Почему я делаю аккаунты? Потому что вы понимаете, что free аккаунт работает год. И через год мне пришлось создать еще один. Вот. А еще мне дали доступ еще парочке аккаунтов. В общем-то, я, наверное, увеличу, я так понимаю, что, может быть, ни черта не видно. Вот, на самом деле, вот так выглядит эта так званая эта консоль, да, вот дашборд такой, типа, ну, это больше на, пока на консоль. Целая куча сервисов, о которых я говорил, вон они все там по цветам побиты, да, compute, есть storage, content delivery network, вон он, Glacier, Cloud, CloudFront, database, ну, на самом деле, нас пока это не волнует. Я думаю, если кому-то будет интересно, вы зайдете потом. Регистрация бесплатная, не переживайте. Вам позвонит женщина из Амазона, ничего страшного, не боитесь, она ничего вам не сделает, не укусит, просто там скажет код и все, и ведете этот код к себе. Вот, поэтому не бояться. Что нам здесь надо? Нам надо здесь EC2, да, это тот самый Elastic Compute Cloud. Вот, как выглядит, собственно, я сам этот дашборд? Что оно такое и как оно работает. Вот так вот выглядит дашборд, сразу заходишь, он тебе говорит, чувак, у тебя два инстанса заранее. Значит, у меня сейчас две виртуалки каких-то поднялось, что-то сейчас происходит. Давайте посмотрим, что это за инстансы. Да? Сейчас. Вот так вот где-то выглядят сами инстансы, я сейчас это спрячу. Вот. О которых я говорил, вот это вот вся какая-то билиберда. Вот это все так виртуализировано, типа, тут ты говоришь два, да, то есть за каждый, я там, например, вот T2 Micro, это, кстати, тот, который бесплатный, вот, за каждый из них там, по-моему, 1 цент в час, например. Вот у меня сейчас за два, например, капает за каждый час там 1 цент и там сколько-то там еще сотых, не помню сколько. Макс, а что у тебя availability zone United States West? Орегон ты имеешь в виду? Я имею в виду, вот там есть столбец availability zone. Видите? Да, да, да. Что у тебя United States? Ты же вроде к Европе ближе. Да, честно говоря, это был, наверное, мой больше прокол. Это еще когда я создавал, смотри, у меня есть один инстанс, второй инстанс я сейчас поднял вот только недавно, это для тестов. Этот инстанс у меня здесь можно посмотреть, он уже заранее 4173 часа. Это база, там я ее использую. Это... Вот, вы видите, короче, когда я его запустил. Вот, и я пока, честно говоря, не могу поменять его, вот. На самом деле, даже из-за той латенции или той задержки, которая происходит, в принципе, она не так критична. На самом деле, этот инстанс сейчас идет для репликации. Вот, поэтому нормальный инстанс, скажем так, который во Франкфурте, который ближе, есть во Франкфурте, а этот просто находится в другой зоне, да, он для репликации сейчас на данный момент. То есть он, в принципе, не используется для приложения, поэтому он сейчас так далеко. Но я согласен, вообще было бы хорошая идея перенести его, да, там, куда-нибудь поближе, потому что это не самое хорошее дело. Просто еще, кстати, один из таких интересных моментов, когда ты заходишь сюда первый раз, что-то начинаешь делать, тебе по умолчанию ставят Орегон. Я не знаю, почему Орегон, у меня такое подозрение, что там, наверное, самые большие вычислительные мощности. Поэтому они типа, если ты не шаришь, то давай сюда иди. Вот, а если шаришь, то можешь повыбирать. Вот это те, которые я говорил, availability зоны, здесь можно повыбирать, типа, где ты хочешь, чтобы твои сервера находились. Вот те, что поближе к нам. Ирландия появилась где-то, может, там полгода назад, год. Франкфурт вот совсем недавно появился. То есть, наконец-то, Европа есть. Уже раньше было, блин, только там Китай какой-то, вот, Америка там, еще какая-то. Вот, наконец-то, Европа получилась. Появилась, то есть. Вот так вот выглядят наши, собственно, реинстансы. Это просто таблица с какими-то там этими самыми, блин, столбцами. Там что-то есть, какие-то надписи, целая куча всего. Предлагаю не особо пока заморачиваться. Что такое? Что нам из этого может быть важно? Нам может быть важно имя, вот, instance type, потому что, блин, сколько здесь написано, вот что здесь написано, столько вы денег и будете платить, собственно говоря. Вот, и еще было бы неплохо, чтобы он вообще был заранен. Потому что сейчас, например, мы попробуем
попробуем прибить этот инстанс, потому что он, я не знаю, как он появился, кто его сделал. Ну, я, в принципе, догадываюсь, кто это сделал, но так, мои шутки. Вот, я только что прибил какой-то сервер, который находился в Орегоне, которое имя Undefined, наверное, я не знаю, любое пустое. Так, что я тут из интересного, что мне хотелось показать по поводу... А, вот, есть еще такая таба интересная под названием Discrete. Мы смотрели, тут целая масса информации. Опять же, из интересного, что нам надо знать? По умолчанию все инстансы доступны public, да? У них есть какой-то IP-шник, который есть реально public, то есть можно из мира к нему зайти. Вот. И здесь, например, вот есть у них вот этот вот private IP-адрес, а есть public IP-адрес. То есть по этому адресу, если зайти сейчас где-нибудь в соседние вкладки, попробовать типа, да, то мы сможем увидеть этот инстанс. Я сейчас пролистаю, чтобы вы не переписали. Вот. Так, что там еще из интересного? Есть еще вот этот вот так званый статус-чек. Тут из интересного, что можно делать, можно какие-нибудь поставить, я не знаю, там, если там инстанс упал, там, да, куда-нибудь, если он там пошатнулся, скажи мне, если он там захворал, не знаю, приуныл или еще что-нибудь сделать, то есть нотификации можно делать. Плюс еще какой-то мониторинг есть, тоже, опять же, есть разные, там, показывают разные характеристики, не хочу на этом долго останавливаться. Так, что еще из интересного, есть AMI, да? Это больше относится к тому, если возникает вопрос. Там, я хочу создать, например, таких, как вот этот инстанс, я хочу создать еще парочку. Да? AMI – это все равно, что ISO или, ну, короче, образы. Да? В общем, чтобы долго не останавливаться, да, это просто образы. Есть, я сейчас покажу, в их маркетплейсе, да, тут можно выбирать себе любое. То есть можно взять стандартный какой-то Ubuntu, да, можно взять какую-то Windows. Может быть, какой-нибудь Максим или какой-нибудь там Дима там, сделал какой-нибудь Ubuntu, да, и установил такие какие-то клевые штуки туда сам. И он такой говорит, типа, чуваки, пользуйтесь, типа, бесплатно, и все. И ты берешь такой, о, Димон мне дает бесплатный инстанс. Ну, кстати, они пишут, 0 долларов в час. Ну, например, взять да воспользоваться. Он, тут чуваки берут от 1 до 8 долларов. То есть это получается, кроме того, что ты будешь платить за сам инстанс, тебе еще придется платить кому-то за эту лицензию. Но я, как правило, такого никогда не делал. Это должно случиться что-то очень серьезное, наверное, чтобы я начал пользоваться еще чужими образами. Насколько я знаю, это больше, наверное, к какому-нибудь Hadoop относится, наверное, потому что там говорят, что очень непросто поднять всю вот эту систему, да, и, наверное, там говорят, что лучше купить виртуалку и поднять ее у себя. Вот, поэтому я думаю, что вот только там это актуально. В остальных случаях это все для нас на самом деле не так важно. Так, это было то, что касается AMI, да, Volumes, это наши жесткие диски, которые мы можем при... Ну, это что-то типа флеша, я скажу так, просто тоже, чтобы по-простому. Можно приоттачить к какому-то инстансу, можно это оттачить, можно... Хорошее слово, оттачить. Снэпшоты, это что-то типа бэкапов, можно делать какие-то снэпшоты, типа вот состояние своей системы, так раз, забрал и все, и можно его хранить. Ну и, соответственно, если что-то не так, можешь все это дело вернуть. И, ну, соответственно, у тебя все будет работать. Так, security группы на самом деле не хочу. Elastic IP, ну, тут тоже ничего такого интересного. Есть вот эти вот пунктики по автоскейлингу. Это из такого, что мне бы, наверное, хотелось показать. Это та штука, которая будет вам делать инстансы, если что-то вдруг пойдет не так. Если у вас там возникнет нагрузка или что-то такое. Вот, например, я сейчас покажу просто, как вообще будет это работать. Ты можешь такое сделать, делать там scale policy, вот они. Add policy, да, такой нажимаешь. И оно тебе говорит, типа, execute policy when. И тут ты говоришь, типа, у тебя, говорится, типа, нет никаких алармов. Давай создадим новый аларм. И вот оно тебе говорит. Значит, давай, типа, когда? Тогда, когда там average, минимум, максимум, что угодно. Дальше выбираешь. Процессор, диск, там, сеть, что угодно. То есть ты реально сам выбираешь, ну, ты знаешь, где у тебя будут типа проседать какие-то, ну, то есть какие-то проблемы. Вот, и ты сам себе тут выбираешь, что ты хочешь там, чтение с диска, там, из там. Ну, короче, ты, получается, настраиваешь все это дело так очень четко. И ставишь, собственно говоря, как часто нужно проверять это состояние.
Ну и как вы понимаете, тут можно не один настроить, да? Тут можно таких полиси настроить штук 5. Я вам, например, что тут, я, по-моему, вообще ничего не добавлял, какой-то пустой аларм, чтобы он хоть не гавкал. Вот. Вот это вот что интересно, что реально можно там, если процессор начинает там больше 40%, типа, внимание, сейчас уже пора поднимать что-то новое, потому что сейчас будет проблема. Ну, так можно. Вот так вот, например, делают очень много, насколько я слышал, там, Новый год, например, да, на самом деле им не нужно там 100 серверов, да, у них нормально там 3 проходит, нормально работает. А вот в Новый год всем нужно купить подарков. И они берут вот этот автоскейлинг настраивать, типа, если там количество реквестов там превышает вот столько, поднимай еще. Ну и получается, они реально, самая большая продуктивность, и меньше всего платишь денег, потому что ты платишь только за то, что используешь. Собственно говоря, нагрузка упала, сервера свалились, ну, в смысле, они грохнулись, все, остались твои 3 стандартные, все клево, все четко. Я думаю, что это вообще, это просто огонь, а не функция. Вот, это что касалось EC2. Честно говоря, все тут довольно просто, я ничего не вижу сложного. Сейчас покажу, что такое этот Elastic Beanstalk. Вот это как раз то, что, скорее всего, вы с чем вы уже знакомы. Это Heroku, это этот самый Node.jitsu и все такое. Заходим на Elastic Beanstalk, эти руки ничего не делают, это они вот вверху, они ничего реально не делают. Она тебе говорит, типа, привет, чувак, рад тебя приветствовать в каком-то странном очередном simple сервисе. Вот, куча информации, я ее не читал, даже сейчас не читал, я прочитал бла-бла-бла-бла-бла-бла, клик, launch now, о, подходит, супер, ну, скорее всего, все-таки будет, тут еще тоже куча инфы, это, кстати, то, что они поддерживают. Выбираем, говорит, select platform, окей, что у нас тут есть, у нас здесь какие-то PHP, Node, ES, там, да, там, CAD, Python, Ruby, короче, что хочешь, можно сделать, какие-то контейнеры. Я экспериментировал, например, с Node.js, то, что нам интересно. Оно говорит, типа, я его создам, короче, он будет вот такой, 64 бита, Amazon, ну, как, у них есть какой-то свой, какого-то там, этого самого, операционки. Amazon Linux, ну, собственно, вы понимаете, что это все равно тот же Linux, просто он там немножко под их, эти самые, заточен под мощности Amazon. Вот, бла-бла-бла, очередной раз, клик, launch now, супер. Вот это все, что мне надо было сделать. Сейчас оно там что-то делает, видишь, что-то тут пишет, что-то тут, блин, крутится. Мы не делаем ничего. Оно говорит, типа, is launching your environment. Супер, типа, все нормально, что-то тут делается. Говорит, view event. Ну, давай view event нажмем. Смотрим. Мы говорим, что мы сделали, да, create environment. И оно начинает что-то вытворять. Amazon, что-то там делать. Опять же, я же говорю, это Amazon для девелоперов, не для DevOps, а для девелоперов. Что-то тут начало делать. Мы такие сидим и смотрим. Давай вернемся на дашборд. Вот, нам надо чуть-чуть будет, возможно, подождать. Это, по-моему, будет занимать около 4 минут, насколько я засекал. Значит, что сейчас делается? Мы сказали Амазону, говорит, я ничего не шарю в этом. У меня есть приложуха на Node.js, дай мне инстанс, на который я смогу положить свою приложуху, и оно будет работать. И Амазон сказал, окей, Арит, жди. Вот мы сейчас, собственно... А вот сейчас мы и ждем. Может, есть какие-то вопросы, пока мы ждем? Я хочу запитатися тебе, було б добре, якби ти міг порівняти, наприклад, такі сервіси, як від Microsoft, Azure, від Google того ж і в Amazon, тобто якісь там такі бенефіти і вікнеси сказати, от де тут ліпше, де тут краще, тобто, знаєш, чи можеш ти таке сказати, от, наприклад, що стосується того, що ти казав, що там не всі подають там такі фрі-аккаунти, ну, то Azure це подає точно і справді дуже класно, хоча там дійсно треба вводити валідну кредитку. І чи є такі, як в Microsoft, наприклад, ти маєш MSDN підписку і ти можеш юзати Azure там for free, ну, фактично там певні limitation, але можеш юзати. Що стосується валідних кредиток, то да. Я вводив валідну кредитку, не кредитку, а карточку. Це була карточка Privata. Вот, я розкажу сразу, що я зробив на ній ліміт для підстраховок. Я зробив, щоб ліміт снятие денег в день был ноль. Вот, потому что
Потому что меня не очень устраивает, когда я плачу за то, что я не знаю. Но это просто поперва. Сейчас у меня уже нет никаких счетов, сейчас я уже вроде разобрался, где чего платят, что можно использовать, что нельзя. Вот сейчас я уже, в принципе, готов платить, потому что я уже вижу преимущество. Вот. То, что касается Azure этого, я лично им не пользовался. Почему им не пользовался? Потому что за все время, что я о нем слышал, я почему-то слышу о нем в основном отрицательные отзывы, к сожалению. Потому что как-то у них так все это дело построено, может, я просто попадаю только на такие презентации, но люди рассказывают свой реальный опыт и говорят, что там что-то там делал, а потом, да блин, здесь совсем все это не работает. Это все совсем не так, и мне это не устраивает. Вот. Поэтому, что касается Azure, кроме того, что это продукт Microsoft, я не знаю, больше отрицательных или таких. У меня просто свои отношения к продуктам Microsoft, поэтому у них там свое видение вообще. Значит, все начиналось с того, что у них свое видение браузера, и заканчивается тем, что у них свое видение этих клауд-систем. Поэтому, соответственно, у них там все по-своему работает, не совсем так, как у всех. Там те все сами фичи, что ты что-нибудь показывал, все те сами там. Там было больше проблем, когда я слышал эти презентации с Virtual Private Cloud'ами. Вот. Там было больше проблем с разными доступами, IP и все подобное. Ну, про Azure я не знаю. Про Google Engine, если не ошибаюсь, называется, я тоже ничего не могу сказать. Я им не пользовался. По-моему, они не дают free аккаунта, насколько я как-то смотрел. Но плохого ничего не могу сказать. У Google репутация хорошая. Я думаю, что они плохого не делают. Пользовался и пользуюсь. Есть такой тоже провайдер, клауд-провайдер, называется DigitalOcean. Вот, DigitalOcean хорошая штука. Там, кстати, дешевле даже, чем на Амазоне, но он умеет намного меньше, чем Амазон. Вот. А что еще такого интересного рассказать? Есть еще Rackspace, но я Rackspace тоже не пользовался. Честно говоря, у меня нет пока возможности аж все эти технологии. Пока реально я использую Амазон и DigitalOcean. Вот такие дела. У меня вопрос, где посмотреть информацию о твоем приложении. Да, окей, значит, что у нас тут есть? Вот оно что-то тут заранило, давай посмотрим монитор, где он там, бла-бла-бла, selected data, так, сейчас найдем, что-то посмотрим, ивенты. Это скейлинг, что там не сделал, там, сейчас Create Cloud, тра-та-та. Ага, это все, что, собственно говоря, все, что оно делало. Прикольно, тут столько всякой. Так, security group, да, waiting, вот оно какой-то instance тут поднимает, create auto-scaling. Create CloudWatch, вот даже CloudWatch мы подняла. Да, к сожалению или к счастью, здесь это не пишется. Это как раз больше относится к тому, что я рассказывал еще в самом начале. Что такое этот Elastic Beanstalk? Это просто какая-то небольшая, вот такая вот совсем маленькая отвертка над настоящим этим самым, над настоящим ИСИТу. Просто она берет эту виртуальную машину, она берет там типа, говорит, я беру эту машину, устанавливаю сюда ноду, отдаю тебе, и все. Таким образом, если мы сейчас зайдем в EC2, то неожиданно, но мы здесь, кстати, увидим вот такой вот инстанс, который называется Default Environment, например, да? Вот, кстати, его паблик IP 52. Возможно, кстати, согласен, не совсем тривиальная система. Вряд ли сейчас она сюда зайдет, потому что у нас там ничего не задеплоено. Сейчас покажу, как деплоить. Это просто что-то очень сложное. Upload and deploy. Окей. To deploy, previous version, тра-та-та. Application version page. Это я зайду просто на это самое. А, нет. Секунду. Где оно? Где это был help? Где мой help? Вот. Сейчас, у них там была стандартная приложуха такая, которую я, собственно говоря, и деплою. Может, она даже здесь и находится. А? А, вот, кстати, можно. Вот можно даже старую какую-то задеплоить. Вот. Не могу найти чего. Там был такой классный этот самый, там был классный, это, как он называется, справка. Вот, и справка появилась, типа, чувак говорит, вот твоя... О, есть source. О, вот он, все, нашел. Вот. Это просто типа такая тестовая страничка. Они говорят, что типа, чувак,
для того, чтобы ты мог проверить, да, вот у тебя upload and deploy, вот у тебя говорит какой-то, выбери файлик какой-то сюда, вот тут мы будем выбирать. Вот, для того, чтобы ты мог это проверить, уйди. Для того, чтобы ты все это дело мог проверить, у тебя здесь есть просто перечень каких-то аппликух уже стандартных, написанных на Ruby, Python, PHP, Node.js. Вот супер, Node.js, заверните мне одно. О, пошло. Zip-архив, да? Сразу может возникнуть вопрос, что за хрень, что за zip-архив. Если мы посмотрим в этот zip-архив, то это, собственно говоря, просто обычный там, не знаю, package, там, блин, app, все как обычно, что-то, ничего особенного. Это может быть express аппликуха, это может быть self. Соответственно, он там сам все знает, что ему надо npm поставить, что ему надо там, насчет Bower, честно говоря, не знаю, насчет Bower придется еще посмотреть. Но npm он знает, что надо поставить. Вот, твоя задача, взял приложуху, да, какую-то версию, вот это мне подходит. Берешь и делаешь из нее архивчик, да, какой-то там zip, они предлагают так, да, и выбираем файл, идем, делаем там download, вот наш zip-архив, нажимаем open, она говорит, назови свою приложуху, мне не важно, мне устраивает, нажимаем deploy. И вот оно сейчас что-то тут супер, загрузилось, deploy, нажимаем, вообще пошло. Что-то происходит. Ну, это, честно говоря, недолго происходит. Это более сложный путь, честно говоря, вот то, что я рассказал. То есть это сложный путь, если что. Вот. Есть более простой путь, это вот он. Вот эту вот штуку вы уже, наверное, может даже узнаете. Это то же самое, что на Heroku, на Node.js, да. У них там есть какая-то своя консолька. Все равно надо было бы что-то такое оставить. И ты говоришь, типа, говорит, чувак, там давай, сделай мне environment и типа давай его. Заранее. Вот, это более простой способ, кому не хочется сюда заходить. Так же самое можно с консоли все это делать там. Хлобысь-хлобысь и с продакшн, как обычно. О, зеленая, Blask. Вот, кстати, смотри, URL у него есть. Только где он сейчас? Понимаешь, вот это? Open window. О, да. Представляешь, реально. Я просто, честно говоря, я более сложным путем ходил, поэтому так даже проще. Все, вот это наша приложуха. Собственно, это одна страница, тут нечего смотреть. К сожалению, никаких ссылок. Ну, то есть тут особо сервер сайда и даже нет. Но мы можем его посмотреть. Если хотим, но я буду не за мной посмотреть, можем его туда задеплоить какой угодно. Вот, это буквально полтора сервиса, о которых я вам хотел рассказать. Потому что больше нет времени, это нужно, блин, целый день каких-то тренингов делать. Вот, это был Elastic Beanstalk, есть еще EC2, то, что вам надо. Я думаю, на сегодня все. Вот, и возвращаемся к нашей чудо-презентации, где она тут. Вот, вопросы, если у вас они есть, я надеюсь, что они есть. У меня вопросы есть. Если активствует бесплатный бизнес, то что имеешь в виду выбрать? Сейчас я вас не видел, показывал еще и ситу, да. Что это смотря что ты хочешь. Если ты делаешь EC2, да, вот оно где у нас тут EC2, если ты идешь сюда, сейчас покажу, в чем разница. Ты только что видел, как Elastic Beanstalk создается. Сейчас покажу тебе, как делать. Смотри, нажимаешь Launch Instance. И ты такой начинаешь говорить, а какую мы операционку выберем? Окей, давай выберем. А? Супер, Linux. А какой ты хочешь инстанс поднять? Подходит, да? T2 микро, он фри даже. Поехали дальше. Next. Типа, а что ты хочешь тут? Давай настроим типа роли, security, все, что хочешь. Окей. А что там? Что там у нас там дальше? А, да, просмотри все, что у тебя есть, security группа и launch. Да? Я не буду ужать, потому что это будет долго. Первое, ты получаешь пустой, ну, просто операционку без ничего. Дальше ты начинаешь SSH, заходишь по SSH, дальше начинаешь. Качаешь Node.js, инсталишь его, компилишь. Да. Поэтому, если интересно, то можно так делать. Я делал и тот путь. То есть я уже даже и так умею делать. Вот. Поэтому вообще проще Elastic Beanstalk, и не заморачивайтесь, честно говоря. Если будет интересно, то можно по чуть-чуть перемещаться в более сложные системы. Мне кажется, это больше похоже на то, что что-то типа того, если ты научился ездить на Жигули, то, наверное, на любой иномарке ты поедешь. Если ты с EC2 вот там аж внутри вот это в глубине разобрался, то, блин, любой клауд-провайдер легко, я так считаю, мне так кажется. Поэтому Elastic Beanstalk, одну штуку, и все.
А может быть вот. Да. 750 часов в месяц одного инстанса тебе хватит, я думаю. Можно даже два поднять, на самом деле. Ну, да, на 15 дней. То есть, ну, реально 750 часов они сделали следующее. То есть, это где-то ровно месяц. Вот. Так что там. Еще какие-то вопросы есть там? А там есть кто? Ну, понятно. Успех. Great success. Вот. Ну, окей, тогда я не знаю, если вопросов нет, я думаю, что мы можем немного подзакончить. Окей. Сегодня напишу, просмотрю видео. Я напоминаю, кстати, что мы записываем видео, вот, потому Максим у нас сегодня будет дубль 2 звезда Ютуба. Выложу на YouTube канал. Вот. Линка будет на конференции в фоллоуапе. Макс, спасибо тебе большое за обстоятельный рассказ про бесплатные и платные сервисы. Вот, надеюсь, что это будет не последняя твоя презентация. Вот, и у вас будет возможность задавать Максиму, не знаю, там в линке, в скайпе, почтой, где угодно вопросы, если что. Его, в принципе, в Outlook'е можно найти. Вот. Поспрашивать, потерзать вопросами, а что, а как. Я думаю, он будет не против, да, Макс? Мне это очень интересно, с удовольствием отвечу. Окей, ладно, спасибо большое тебе еще раз. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Всем хорошего дня, пока. Да, пока. Спасибо, пока.